Развитие промышленного района. Как на территории реализуются проекты «Комфортная городская среда» и «Содействие». Как преображаются общественные пространства, расположенные на территории района. Смотрите программу «Совет моего дома» 1 июня в 19:30. Гости в студии Данил Морозов, глава промышленного внутригородского района города Самары, и Ирина Хандина, председатель Совета многоквартирного дома, улица Теннисная, 29.